Дорогие друзья, я хочу познакомить вас с короткометражной лентой американского режиссера Майкла Локвист. Фильм называется «Кокоро», что в переводе с японского означает «сердце», «душа», ну и все, что связано с нашими сердечными переживаниями. Майкл – большой фанат японской культуры, и этот фильм он снял в Японии с участием японских актеров. Американские друзья познакомили меня с ним, и он попросил меня написать музыку к этому фильму. Конечно, у меня не было опыта писать японскую мелодию, но в результате многих творческих мучений мне удалось это сделать. Ну, надо сказать, что этот фильм, когда все было уже готово, был показан в 2009 году на международном фестивале короткометражных фильмов в Венеции. Ну вот, а сейчас, прежде чем показать этот фильм, я хочу показать вам вот эту самую мелодию, над которой я долго мучился. Так, итак. Thank you.
幸せ。私といて幸せ。うちに帰ってきたらどうなの？
しもし、西本ですけど。あ、はい、お世話になっております。消しているよ。いやあ、まだやってないよ。かもね。かもじゃねえよ。分かった。